Государственную автомобильную инспекцию учредили в далеком 1936 году. С каждым годом на дорогах появляется все больше автомобилей, поэтому работа инспекторам только добавляется. Сейчас ГАИ – это мобильная технически оснащенная структура, которая не только следит за порядком на дорогах. В ее состав входят подразделения технического надзора, розыска автотранспортных средств, пропаганда безопасности дорожного движения. Профессия требует быть всегда в форме, всегда начеку. Особенно опасна и трудна служба в курортных городах. Прибывает очень большое количество гостей. Транспорт в разы увеличился в городе. В связи с этим, опять же, уделяем внимание и регулировке, осмотру дефекта улично-дорожной сети, выявлению там каких-то там ям, которые происходят, разрытий и всего остального в ходе несения службы. С наступлением высокого сезона работа дорожно-патрульной службы Анапы переводится в усиленный режим. Порядок на дорогах – это прежде всего гарант безопасности горожан. На въезде в город ведется осмотр транспорта. Продолжается борьба с тонировкой, лихачами и любителями выпить за рулем. Как отмечают сотрудники, грубых нарушений стало меньше, ведь наказание в некоторых случаях может привести к лишению свободы. На особом контроле по-прежнему мотоциклисты – частые виновники ДТП. Серьезных прецедентов не было. Если взять статистику нарушений, то она складывается таким образом, что жестко не наказывали, все равно попадаются водители в нетрезвом состоянии. Кроме того, наблюдается тенденция, что водители как управляли, так и управляют без документов и не имеющими права управления. Это очень сильно проявляется с водителями мототранспортных средств. В прошлом году сотрудники ГИБДД отпраздновали 80-летие образования службы. Сегодня 81-я годовщина. Но даже в свой профессиональный праздник они, как всегда, на посту. Поздравляю всех сотрудников, коллег, ветеранов, пенсионеров с данным днем. Хочу пожелать крепкого здоровья, мирного неба над головой и всего самого наилучшего.